Hikvision DSK-H6320WT1 – 7-дюймовый IPS-видеодомофон с Wi-Fi. Устройство поставляется в фирменной упаковке. В комплект входит монтажный набор для настенного размещения с переходными контактными коннекторами и пакет документации. Видеодомофон Hikvision выполнен в современном формате сенсорной панели. На лицевой панели прибора расположен цветной TFT-экран с поддержкой сенсорного ввода диагональю 7 дюймов и разрешением 1024 на 600 точек. Черно-серебристый корпус получил стильный дизайн и толщину всего 15 мм. Габариты не превышают 200 на 140 мм. Устройство поддерживает два способа сетевого подключения – по Ethernet-кабелю, либо через встроенный Wi-Fi модуль. Двухсторонняя аудиосвязь реализована через встроенный динамик и всенаправленный микрофон. Звук чистый и достаточно громкий, без эха и шумов. Через меню видеодомофона можно ответить на вызов, поговорить с посетителем и дистанционно открыть дверь с электрозамком. В видеодомофоне Hikvision возможно подключение до 8 тревожных интерфейсов с централизованным управлением событиями при помощи операционной системы видеодомофона. Устройство работает на базе Linux и предлагает широкий ассортимент средств управления и автоматизации компонентов безопасности умного дома. А в дополнение к 128 мегабайтам встроенной памяти в нижней части домофона доступен слот расширения для карты памяти до 32 гигабайт. Как итог, Hikvision DSK-H6320WT1 – стильное решение для удобства и безопасности вашего дома.